Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить моделям Днепропетровского приборостроительного завода «Электрон», а именно Ford T-1911 и Wanderer T-1904, которые выпускались там с 1924 по начало 90-х годов. Ford модель T, также известный как «Жестяная Лиззи», американский автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. Модель T была первым всемирным автомобилем, то есть выпускавшимся во многих странах мира. Всего было выпущено чуть более 15 миллионов автомобилей Ford Model T, и по версии журнала Forbes входит в десятку автомобилей, изменивших мир, как первый серийный доступный среднему классу автомобиль в мире. Wanderer 1904, он же Wandermobile, положил начало автомобилестроению для немецкой компании Wanderer, которая первоначально занималась производством велосипедов и мотоциклов. До 40-х годов компания довольно успешно развивалась, но Вторая мировая война нанесла серьезный урон производственным мощностям завода, и больше автомобилестроением эта компания не занималась. Модели ДПЗ Electron Ford Model T и Wanderer 1904, скорее всего, были самостоятельными разработками данного завода, хотя они по конструкции очень похожи на масштабные модели фирмы Matchbox. Однако сами масштабы модели не совпадают, что говорит о том, что пресс-форме были свои. Модели завода Electron были пластиковые и довольно хрупкие, о чем писалось даже на самой коробке к модели. Особенных отличий данных моделей в зависимости от периода производства не было замечено. У Ford днище могло быть с указанием цены в 3 рубля, что, наверное, соответствовало более раннему периоду, и без указания цены периода начала 90-х годов. У Wanderer было несколько типов шин колес и разные формы деталей выхлопной системы. С течением времени резина с колес может самопроизвольно спадать и трескаться. Коробочек для данной модели было несколько вариантов и отличались в основном надписями, и была одна коробка с прозрачным клапаном. Цены на данную модель, несмотря на ее хрупкость и простоту, находятся на среднем уровне. Модель без коробки можно найти за 2-3 доллара, а в коробке в хорошем состоянии без потерь достигает и 20 долларов. Цена на похожий по виду вариант от Matchbox стоит в среднем от 20 до 50 долларов. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Пока-пока!